Скоро будет 22 июня, день скорби и памяти о тех, кто никогда не вернется с боев. Все больше и больше отделяет время от этих страшных дней. И мы радуемся 9 мая 1945 года, когда наступила, наконец-то, долгожданная весна, победа нашего народа над фашистской Германией. Но самое-то главное, именно хлебет фашистской машине исход всей Великой мировой войны, второй, решалось здесь, в городе Сталинграде, на моем кургане. Не было бы победы здесь, никто бы не отсиделся ни в Америке, ни в Канаде, ни в Африке, ни в Южной Америке. Был завоеван мир коричневой чумой. Советский Союз, советский народ защитил весь мир. Защитили те тысячи, миллионы наших граждан, отдавшие жизнь за нашу Родину. И вот наш храм в эти дни привезли к нам икону Непорочного Твора, Спаса Нерукотворного, который будет главной иконой воинского храма, который строится в Москве. Под патронажем главнокомандующего нашими вооруженными силами, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Кожедовичем Шойгу. Вот именно перед 22-м, в эти скорбные такие дни, эта икона здесь. Вся воинская рать русского воинства всегда шла с молитвой, и как знамя всегда было нерукотворный спас нашего Иисуса Христа. Господь Бог был всегда с нами. И вот здесь, если он символично, что именно этот образ будет запечатлен главным образом воинского храма. Также нас привезены здесь мощи наших святых, которые вдохновляли, в первую очередь, сами получили удивительную божескую помощь при битвах. И теперь наши воины, сегодня нас посетили воины Волгоградского гарнизона, от рядовых до офицеров, которые, я думаю, прониклись удивительностью, божеской радостью, увидев такую красоту. И что было одно из явлений чудес, которые мы увидали, это когда был построен весь этот, когда икону полностью поставили в Киот, была 36-градусная жара в Волгограде. Что удивительно, наступили хмурые тучи, похолодало, и резкие громы, раскаты грома, страшные, и освещение всей вот этой местности, освещение нашего храма страшными молниями. Это говорит о том, что Господь Бог как бы давал салют нашему знамени Спасу Нерукотворному. Что символично? В 1945 год. Победа. Купол главного храма будет состоять из 19 метров 45 сантиметров. Колокольня, так как храм будет построен к 75-летию нашей победы, высота колокольни будет 75 метров. И вы посмотрите, на иконостасе присутствуют все иконы Божьей Матери. Если вот собрать слезы матерей и детей за всю историю нашего православия, православного воинства, я думаю, что это озеро собрать, оно даже будет больше, чем
озеро Байкал и соленее, чем Каспийское море. Ибо представьте себе, что в каждой семье практически приходила похоронка. Каждую семью было задето горе. Сколько времени, сколько слез было пролито перед Казанской Божьей Матерью, Тихвинской Божьей Матерью, Урюпинской Божьей Матерью. И эти образы Матери Богородицы всегда были в наших семьях. И дети просили об одном, чтобы Господь Бог помиловал их отца, и он пришел к ним домой. У меня есть сестры, которые помнят своего отца только валенки. Я спросил, говорю, Нин, почему ты помнишь только одни валенки? Она говорит, поверь мне, мне было 4 года, ушел отец на фронт. И вот я была маленькая, подползала к нему, цепляла за эти валенки. Вот то, что я вот видела до колен, я помню. А после колен я ни лица, ничего не помню. Отец погиб в 42-м. Брат Николай пошел мстить за отца, погиб в 44-м году. Мой отец ушел на фронт, участник Сталинградской битвы, имея 3 детей. Наши отцы и братья, не чадя своей жизни, защищали нас. И вот Спас Нерукотворный как раз олицетворяет каждого русского человека православного. И мы верим, что если мы с молитвой и Смоленской Божьей Матерью, как описывает Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир», мы победили всю мразь Западной Европы. Там так называли, ну, на 200 языков шло к нам. Гитлер перевел под стены Ленинграда, под стены Сталинграда привел. Тоже, ну, на 10 языков. Здесь были и бельгийцы, здесь были и нидерландцы, здесь были даже люксембургцы, я уж не говорю там про румын и Венгрию. Всю Западную Европу привел сюда, и мы победили. И сейчас мы непобедимы, сколько бы нам бы не делали всяких санкций. С нами Бог есть и будет. На складе здесь, вот давайте посмотрим здесь. В первую очередь на барельефе написано, очень хорошо отображено, это ледовые побоища. Когда рыцари рванули к нам, думая, что настолько ослаблена Русь, да? И Александр Невский, опять образ Спаса Нерукотворного, с крестом, уничтожили весь этот орден Тевтонский, да? И Александр Невский сказал такие слова: кто к нам мечом придет, тот с мечом и погибнет. Второй – освобождение Москвы от поляков в октябре месяце. Кто помогла? Помогла Казанская Божья Матерь, принесли в Москву. И она молила Господа Бога о даровании русскому воинству победы и сохранении России как государственности. Посмотрим здесь. Вот и Наполеон. И вся эта, все эти наши ихные войска, или наоборот, все идет на то, чтобы только победить наш 1812 и в 1804-14 году наши казаки поили коней в Париже. И самое крополитное, 26 миллионов. Да кто может сосчитать точно наших сограждан
погибли в годы Великой Отечественной войны, чтобы мы с вами могли вот так прийти в храмы, помолиться, в первую очередь, чтобы мир был на России. И прекрасные молитвы, которые произносятся, начиная от Командорских островов до Красноленской границы, еще молимся о богохранимой стране нашей России, властях и воинстве я, да тихо и безмолвно жить я, во всяком благочестии и чистоте.